Художник Миша Черешня. Я думаю, это один из лучших одесских художников, наш большой друг. Вот стихи, посвященные Михаилу Черешне. Облака стоят сплошной стеной, небо тундры, только где же чумы? Мы идем под северной луной, сливочно застыли эскимосов думы, лишь перо одно летит, черный лак шкатулочного неба. Тихо в поле, ни пурги, ни хлеба, улетает в тундру запах книг. Тают зеркала в пустыне комнат, время движется к весне. Кто нас помнит? Нас никто уже не помнит. Дикий снег заносит нас во сне. Дело в том, что это как бы далеко от Одессы, но тут вот знающие черешню. Потрясающая вот здесь фраза. Тают зеркала в пустыне комнат. Ну это его квартира, да? У Миши Черешни, одним из, совершенно вот Борис знает, одним из символов его живописи является отражение зеркала.